Всем привет, всем доброе утро. У нас что-то льет. 2 дня подряд прям льет почти без остановки. Ужас какой-то. Эти тучи ходят туда-сюда. Только вроде высунешься на улицу, у тебя бах и ливень. В общем, у нас потопило весь участок. Мила там кое-как гуляет. Приходит вся грязная, как не знаю кто. Мамины цветочки тут такие красивые. С подсветочкой. Даже сейчас их подсвечивает. Все равно говорит, включай всегда свет. А то им не хватает. Не знаю, может быть. Маша тут у меня рисует периодически. Шляпу зачем-то вытащила, непонятно. Вот рисует мою картину по номерам. Я к ней не прикасаюсь. Машка тут ее доделывает. Это этот шипер. Ностальгия по Парижу. Парижская ностальгия. Триптих. Ну пусть она у меня по вечерам обычно рисует. Так, надо будет на место шляпу положить и вешалка что-то здесь сделать. Всем приветики. Не помню, какой сегодня день очищения бассейна. Ну, день, наверное, 4-й. Так, примерно. Он еще стал посветлее. Сегодня я выходила, видно было сеточку. Сейчас уже так. Сеточку, в смысле, донышко, рисунка донышка. Вот сейчас тоже есть, видно немножко. Но было видно сильнее. Пылесос, видимо, засрался, поэтому стоит уже, не двигается никуда. Ну ладно, не суть важно. Все равно уже вечер. Сейчас надо будет все равно вытаскивать пылесос, промывать его керхером. Кстати, мы приноровились. Очень классно он промывается. И ставить скиммер, засыпать хлор. И я наконец-то. Так, ну-ка ушла с грядки. Чтобы я тебя тут не видела. Деловая колбаса. Стой! Стой, сказала. Что там? Стой. Вот что ты жрешь, а? Ты посмотри, какие у тебя зубища классные. Но что ты ешь все, какую-то хрень? Не вздумай лазить на грядку. Убью прям, честное слово. Повешу на хвосте. Так, я же говорила про что? Про альгицит. Сегодня ездила в Нихнево и привезла альгицит. Ой, как классно, под рукой лопаются эти пупырки. Так, сейчас мы посмотрим, какая ударная доза нужна для него. Сейчас я его только открою. Так, в этот раз купила вот такой вот дезавит. Ну, он был первым на момент заказа в Wildberries. Так, для предотвращения этого, ну, я думаю, что он везде одинаковый, этот альгицид плюс-минус, да? Так. Рекомендации. Предварительная обработка до заполнения. Так, мы этого не делали. Текущая обработка. Ударная. Вот, сначала ударная. Ударная обработка при сильном позеленении воды из развития водорослей 150 мл на 10 кубов. У меня там практически 17 кубов, там 16800. Будем считать 17, ничего страшного. Так, 150 на 10. Посчитала, 255 мл примерно нужно это на ударную обработку. А потом нужно будет по 50 мл, а не по 50, там посчитаю тоже. Ну, я думаю, что мы вечером его зальем, так же, как и хлор. А можно их вместе? Конечно, они же там вместе находятся все это время. Потом надо будет по 50 миллилитров. Открытый бассейн 50, да. Один раз в 3 дня. Нифига себе, что это? Ну, ладно. И включить систему... А, блин. Так, а после ударной включить систему фильтрации на 12 часов. Через 18 сделать промывку фильтра песочный. Или замену картриджа. А, понятно. Угу. Да. Блин, хотела сделать... Ладно, сейчас, наверное... Тогда точно после промывки, потому что в инструкции написано, что промывку делать после заливки нельзя сразу. 12 часов без промывки. Ну, ладно. Да, через 18 даже промывку фильтра. Препарат носится в чашу бассейна вместе выпуска отфильтрованной воды. Препарат носится по периметру бассейна. Все. Нет. Так, ладно. Тогда надо будет отмерить 255 мл этого дела. Но я думаю, что я сделаю примерно. Здесь у нас сколько? Литр? Литр. 900, 800 и еще чуть-чуть. Что это? О, нифига себе, смотри, какая классная. С вишенками. Красота. Да, да. Ну хорошо, хоть красная, ее хоть видно будет на огороде.
Мила, ты что, издеваешься, что ли? Ну-ка, пошла домой. Стой. Стой. Пошла домой. Стой. Домой. 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 Стоп. Стой. Стой, сказала. Залила только что туда альгицид. Ну, теперь ждем результата еще большего, чем он был. Да, это дело не быстрое. Но каждый год находится кто-нибудь, кто в это не верит. Кошмар. И каждый год мы доказываем обратное. Там что-то упало. Листик, что ли? Фу, папа! Огромный, жужжащий и противно выглядящий. Какая же гадость, а! Вы их ловили? Да. А зачем? Ну так. Что-то с ним... Летают они. Что-то ему нехорошо, по-моему. Ты еще бы, там их ловка и этот альгицид. Почему должно быть хорошо? Ну как, он же летел. Он недолго там провел. Он просто хотел попить. Попил? Ну все, ну вон он напился. Ужас какой. Ой, пап, он это, крылья открывает. Ну, он улетать хочет. Давай мы его хлопнем чем-нибудь, а? Да ладно, пускай. Сейчас такая фигня. Набирая высоту. Сейчас шлепнется вниз. Ну, пойдет. Ёпарас. Ой, не, все, я пошла. Нет, не мое. Всем доброе утро. У нас сегодня наконец-то теплый день. Наконец-то. Боже мой, мы уже соскучились по теплым деньгам. Нам сегодня обещают 20 градусов, и мы сегодня с Машкой едем в веревочный парк лазить. О! О! Вчера залили этот альгицид. Новую. Потихонечку, полигонечку. Димка сказал, приедет, будет купаться. Ну, нет, конечно. Я надеюсь, он пошутил. Во-первых, бассейн еще не очистился. Во-вторых, холодно, 15 градусов вода. Куда? Так, я хотела посмотреть септик, проверить на всякий случай, нормально ли там все. Мы готовы. Синенькие браслетики. Да, синенькие браслетики. Браслетики. Сейчас обвязку будем одевать. Страховку нашу. Джинсы такие прикольные купила недавно с этими, с разрезами. А у меня клевые. Да. Сейчас, вон он, парк. Класс. Давай. Давай, ты еще видосик. Угу. Свободно? Свободно. Свободно. Спасибо. Вот это. Да? Одну сверху. Да. Придерживая, да, чтобы не слетело плечико. Да. Так, погнали. Давай. А, Маш, отпусти все, пусть ролик откатится, чтобы ты могла вернуться, если вдруг ты не успела схватиться. Лучше на тренировочной это сделать. Да. Дождалась, пока ролик остановится. Да. Взялась аккуратно. Повернулась спинкой, куда... Нет, спиночкой, куда должна приехать. И подальше руками от ролика, да. Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Блин, глаза светит. Отвернись. Так, теперь повернись. Одной рукой придерживайся. Ага, вот. Хватайся за петлю. Ну, мало ли, вдруг не успела схватиться. Да. Лучше все натренировать сразу. Ага. Давай, пупс. Снимаем плечо, да? Да. Нет, сначала ролик. Сняла с плеча, потом сняла ролик. Сейчас повесила. Повесила на себя. И теперь проводим. Да. Дальше зип, да. Ага. Давай, переключайся. Ой.
Так, сейчас я свой уберу отсюда. Тут крабик. О, дальше зиплайн. Да, я тебе говорила. А ты не слушала. Я тебя слушала. Я тебя не слушала. Ладно, давай. Масик там собирается ехать. Молодец. Да, здесь сильная штука. Фигнятка. Схватилась? Давай. Залезай. Там пацан какой-то пролез. Да, он очень быстро ходит. Да. Какая же прогулка в парке, да без сладкой ваты, сахарной. Да. Вкусно? Такое ощущение, что ты йети доедаешь. Снежного человека. Так прикольно, тут на машинках катаются. Так, я хочу мороженое, чистую линию хочу. Тут продают ее, как-то обмакивают в эти шоколадные такие ведерки с шоколадкой там, со всяким таким. Хочу такое. Хотя вон там вон тележка тоже стоит с мороженым. Может, шарик взять какой-нибудь, еще посмотрим. Маленький, прикольно. Ага, пойдем посмотрим, интересно. Ой, такое кафе прикольное, там в пузыре сидишь. Ага. Кафе Малевич. Да, кафе Малевич. Григорий Орехов. Полированная нержавеющая сталь, бетон. Нифига, это что, зеркало? Ну так вот, да. Это сталь, сталь полированная. Нифига себе. Смотри, получается там какой-то туннель. Где? А, да, кстати, да, точно, туннель получается. Кстати, нафига твоих... Кстати, нафига челиков похожих на тебя там есть. Точно. Интересно. Фейки, так сказать. Пойдем. Реально, очень прикольно. Только я не могу на их лицо посмотреть. Это ты на свое не можешь. На мое ты можешь? Могу. Классно. Классно, реально, да? Реально такой темный туннель получается. Угу. Вот. На мою можешь. Во, да. Там парами стою. А ты на ее можешь посмотреть? Твое, да, конечно. Я на свое не могу. Слушай, идем. У меня было такое ощущение, что там тоже тетя стоит. Да? Ну, почти там тоже тетя стоит. Там тетя не стоит, там я стою. О, раз, и я пропала, все. Вот, я просто говорила, пузырь такой внутри. Классно. Интересно, зимой они работают или нет? Да работают, мне кажется. Пух внутри тополины. Угу. Ну, тут кафешечка, можно покушать. С качелями. Красота. Так, нам с тобой надо в сторону стоянки. Пойдем. Мы встали на платную стоянку, потому что я не знаю, где здесь больше стоянки есть бесплатные. Сидим, ждем папу. На стоянке. Сейчас Димка приедет, поедем на дачу. Быстро-быстро, чтобы в пробки не попасть. Мы уже дома. Мы наелись, налопались. Родители у меня тут косю запустили. Папа включил его сегодня часа в 3, наверное. Вроде все подсохло более-менее. Ну и чтоб начал уже косить, а то у нас тут такие кусты. Вообще, давным-давно пора косить. Вот, а завтра опять дожди. Так что ловим момент. Вот он уже напахался. И ушел вон, к себе на базу. Ну, Пасик еще приходит в себя. Там надо всасывать ручным пылесосом со дна. Сейчас потеплее будет, обязательно сделаю. Сейчас прям совсем никак. Ой, у меня такое пузо. Сейчас приехали, налупились пельмешек. Димка наверх пошел, ему нужно там кое-что доделать. А я сейчас, наверное, полежу, иначе я просто лопну. Поехали помаленьку. Да, видимо. Ты нас выпустишь или мы сами выпустимся? Да, выпущу. Не бесплатно, конечно. Ну да, действительно. Так, разумного. Ну да, да. Едем сейчас в Ступино. Машка решила ехать с нами. Надо кое-что купить для бабушки.
То, что в Михнево не продается, к сожалению. А заказывать из Озона Wildberries мы уже заказали. Озон взял, отменил доставку. Зараза. Ой, что сейчас съездим. А папа что и где? Ворота открывать, да? Да, папа сейчас. Можно я к тебе положу свой рюкзачок, можно. Да? Конечно, можно. Отлично, пристегивайся. А я сделала сегодня две татушки. Да ты что? Да. Кристаллик и книжка, из которой бабочка вылетает. Да? Да. Так, и нам надо будет скоро заказывать... Блин, как пищит эта дрень. Нам надо будет скоро заказывать уже дрова, потому что дрова заканчиваются. Совсем. На карточку. Вот. И надо будет, наверное, опять заказать кубов, наверное, 7-8, сложить. У нас влезает, по-моему, только 7. И чтобы они успели заодно высохнуть до осени. Все, готов? Давай, успеем. Поехали. Сейчас. Ну ты же сможешь, если что? Да, там пошли. Надо. Что-то раньше он что-то не так выглядит. Так это не тот, это АК. А ты раньше ездила у меня в курс. Это другой торговый центр. Так, мы откуда будем заходить-то? Оттуда? А мне в косметик надо, нам, да? Так, в косметик ну, мы надо. Туда зайдем тоже. Нам пойдем. В косметик надо, нам в продуктовый нужно. Пойдем, пойдем. Все, прям стоянка забита тут у них. Что-то. Пойдем. Ой, смотрите, и тут Собянин поработал. Пойдем. Такая гора плитки. Нет, нет. Мы. Это тот торговый центр большой, называется Курс. А это АК. Это другой. А, блин, я еще думала, что этот центр назывался Ступино. Нет, город Ступино. А торговый центр Курс. Извини, пожалуйста. В аптеку надо кому что? Вроде нет, отлично. Магнит косметик. Тинькофф. Пойдем. Банкомат Тинькофф. Да, банкомат Тинькофф. Тебе надо? Нет. Нет, пойдем. Пошли, зайдем в косметик. Я хочу наконец-то купить резинки для волос, потому что невозможно завязываться одной и той же резинкой каждый раз. А тебе что надо было? Смотри, мне тоже ничего не надо было. Так. Господи, Маша каждый раз приклеивается к косметике. Не знаю, зачем, но приклеивается. Так, резинки для волос. Каждую неделю ходишь за резинки. Каждый. Вот, тут разноцветные. Прикольно. Ну, разноцветные мне не надо. Так, ну что такое? Сегодня розовая, завтра зеленая выходная. Нет. Не так это работает. Так, какую взять-то? Персик или белую? Беленькие, наверное, возьму. Да, как они мне нравятся, такие они хорошенькие, хорошо тянутся. Ну, все, белые резинки, отлично. Все, мне, например, больше здесь ничего не надо. Машке, может, что-то подержишь? Сейчас еще вот эти. Нет, вот эти уже посильнее резиночки. Нет, посильнее мне, наверное, не нужно. Нет, не нужно посильнее. Мне этих хватает выше крыши. Меховые. Ой, господи, сейчас отстрелят еще. О, меховая, кстати, тоже хорошо тянется. Не. Мне не надо. Все. Май, с шишечками, которые сразу отваливаются. Хорошая фирма, кстати, с резинками. Тянутся прекрасно. Все. Расчески нет. Ничего не надо. Все есть. Ну, все. Где там Маша-то у нас? Ты нашла, что хотела? Нашла, но она дорогая. Что там? Покажи. Что тебе было нужно так сильно? Я, в принципе, эту штуку я могу и у тебя брать. Какую штуку? Понятно. У нас тут, блин, синяки. Ну, да. Зачем она тебе? Синяки под глазами замазывать? Нет. Может, лучше питаться начнешь и спать хорошо? Я хорошо сплю, я высыпаюсь. Понятно. Да. Зачем тебе тени, котик? Не, я просто посмотрю. Понятно. Давай у меня брать будешь. Тем более кожу сейчас портить этим не надо. Все? Или что-то еще? Что это у нас тут такое будет? Шашлычок. Из свининки. Красота.
Я, правда, больше люблю из курицы, поэтому... Ну, это тоже очень вкусный. Так что... Ой. Где все это? Я никого не могу найти. Я... Это уже на улице! Козевишна! Что? Ты уже кругом, да? Ты уже везде. Да, привет, ты где? Ну, иди гуляй. Гуляй, иди. Вы тут футболите? Угадала. Футболистка. Молодец. Такая довольная. Ты куда? Молодец. Что? Время творожочка. Мы пойдем творожочек скушаем и вернемся. Что у меня такой смех разобрал? Че? Рамзан Кадыров пообещал выпрямить кривую руку. Господи. Да, игра слов. А, какая вкусняха. Ой, лимончик положил туда. Пахнет вкусно. Я свинину не люблю только за то, что у нее вот эти вот прожилки. Прожилки. Это шея. Она с прожилками. И прям... Нет, но все равно вкусно. Шашлык вкусный. Не будет точно. Понимаете? Ой, вот красота какая. Вот это состояние вот этой башки сведомицкой, вы понимаете? Вкусно. То есть женщина, задача которой являлась нести пургу. Мягенько. Качественную пургу. Отлично.